Салют, братишки и сестренки, у микрофона Мистер Кей, и я продолжаю шоу «Жизнь на Тринити Роуплей», это третий выпуск. Мы уже рассмотрели такую работу, как фермер, мы уже рассмотрели такую работу, как охотник, а сегодня я хочу побыть рыболовом. Поэтому отправляюсь на рыболовный причал, который надо сначала посмотреть, где находится вообще. Так, находится он вообще очень далеко. Порту Сантоса, поэтому придется немного прокатиться. Радует, что есть хотя бы аренда велосипедов. С одной стороны, это убивает работу таксиста, но с другой стороны, учитывая, что на сервере играет не больше 150 человек в среднем, то велосипеды становятся крайне удобным транспортом, учитывая, что расположены они абсолютно во всех центральных местах и работа. Ну что ж, продолжаю рассматривать я работы для начала, качать себе аккаунт, нужно получить хотя бы второй уровень, чтобы мне открылись хоть какие-то горизонты, например, доступ во фракцию, нужно прокачать скиллы где-нибудь, пока не знаю, где прокачивать скиллы, либо там в амуниции это делается, либо напрямую нужно стрелять из оружия, пока про это я не знаю, нужно где-нибудь прочитать про это, либо посмотреть. Но работ здесь еще очень много, поэтому и почему не рассматривать их для начала? Все-таки все работы крайне интересны. Ну что же, доберемся до порта и продолжим. Так, вот я и рядом с рыболовным причалом. Для начала перекусим за счет благотворительной программы. Так, давай поговорим с ним, может быть, толк. Где находится? Так, отель мне не нужен, все. С этими чуваками больше разговаривать не будем. Для начала нужно завершить предыдущую работу, quit job. Вы слишком устали, вам следует подождать 2 минуты до увольнения. Окей. Все, с работы я уволился, давайте зайдем в рыболовный причал. Не знаю, где именно надо устраиваться. Здесь какие-то рабочие чем-то занимаются. Давайте попробуем пробежаться для начала в другой конец. Если там ничего нет, там просто есть какой-то мини-офис. Если тут ничего нет, а здесь, я вижу, ничего нет. Либо это просто для красоты сделано. Либо я даже не знаю, чем здесь надо заниматься. Ну ладно, давайте выйдем на улицу. Просто я не видел там место устройства на работу. Есть предположение, что здесь не надо устроиться на работу рыболова, но тогда это будет странно. Ну ладно, давайте фишинг сделаем. Фишинг. Да, только для рыболов. А где мне устроиться на работу, друг? Крайне интересно получается. Я оббегал этот причал уже вокруг да около 2 раза. И единственное, что я здесь вижу, это вот, видите, фишинг для выхода на смену. И все. Где устраиваться, как устраиваться, про это я вообще ничего не нашел. Здесь тоже 2 раза оббегал со всех сторон, посмотрел и не нашел места устройства на работу. Ну, давайте-то в последний раз пробежимся, и, видимо, наверное, придется искать сегодня другое место заработка, поскольку здесь просто-напросто я не нашел места устройства на саму работу рыболова. Нашел я другое место, надеюсь, здесь я смогу без проблем устроиться. А место оператора пресс или как-то так. Давайте попробуем пресс прописать, по-моему, да, только для операторов пресс. А где устроиться на эту работу, я опять-таки не знаю. Возможно, надо ехать в какой-то центр занятости. Что-то мне говорит, что нужно реально съездить в какой-то центр занятости, потому что иначе... А, нет, нет, все, слава богу. Слава богу, join. Все,
Погнали. Так, все. Раз. А, окей. Идем для начала сюда. Здесь, кстати, очень много людей работает. Что-то всем нравится эта работа. Может быть, она простая и легкооплачиваемая, высокооплачиваемая. Так. Возьмите материал для переработки в месте, отмеченном красным чекпоинтом. Хорошо. Уже туда отправляемся. Есть еще вероятность, что здесь все работают, поскольку очень близко к начальному спавну. Так, осторожно. Очень чувствительное здесь управление. Так. Ага, добавьте, доставьте материал к выделенному вам прессу. Угу. Отправляемся туда. Здесь, по-моему, не только у меня. А, нет, нет. Все нормально, все нормально. Так. Ага. Выйдите из погрузчика и займите место за пультом управления прессом. Хорошо. Прикольно. Эта работа реально классная. Она мне нравится. То есть, прикольно сделана. Такого я точно уж нигде не видел. По крайней мере. Только больно долго. Это можно будет сделать побыстрее. Посмотрим, сколько мне за это заплатят. И самое главное, нужно ли будет делать перерыв. Блин. Охренеть. Одна ошибка и с самого начала все надо делать. Ну ладно. Больше ошибок-то лучше не допустить. Окей. Я понял. N. И сейчас будет Y, я случайно нажму N. Почему она зеленым загорелась? Это уже больше напоминает какие-то баги. Ну ладно. Y. N. Y. Не дай бог сейчас ошибку допустить. N. Y. Все, отлично. С этим мы справились. Нужно будет, получается, сейчас взять этот кубик и куда-то его отвезти. Доставьте обработанный материал на железнодорожную платформу. Было бы клево, если бы здесь ездили поезда. Это было бы крайне атмосферно. Я, кстати, когда проезжал мимо аэропорта, увидел там самолеты. То есть, есть вероятность, что... Плюс здесь есть еще летная школа. Возвращайтесь в гараж для завершения рабочей смены. Так что есть вероятность, что здесь есть работа пилота. А это очень круто, поскольку нормальные работы пилота я нигде не видел. Ну, конечно же, кроме той, которую делал сам на StoneRP и GDAMultiplayer.ru. Больше нигде нормальной работы пилота я не видел. Так, заработали мы $300. И, видимо, теперь нужно опять все-таки ждать эти злосчастные аж 8 минут. Ну, ладно, подождем. Все, отправляемся мы на наш следующий заход на этой работе. Теперь мы понимаем, что надо делать. Постараемся сделать его как можно быстрее, поскольку здесь реально время – деньги. Поскольку тебе нужно еще 8 минут отдыхать, чем быстрее ты выполнишь все здесь, тем больше раз ты сможешь поработать в течение часа. Так, далеко ехать нам не надо, вот уже как раз таки второй по счету. Заезжаем. Аккуратненько, но быстренько. Теперь нужно подойти к пульту управления. И теперь самое главное не ошибиться с клавишами. Y, N. N. Great. N. Вот неудобно, что они разного цвета все-таки подсвечиваются. Это сбивает немного с толку, ну ладно.
Энна. Игрек. Энна. Игрек. 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 Давай, еще чуть-чуть осталось. Еще чуть-чуть, еще один раз. Эн. Все, отлично. В этот раз выполнили без каких-либо проблем. Ни хрена не стоит. Так, садимся опять в погрузчик. Берем кубик. Я, кстати, в настройках отключил себе эти поворотники, поскольку они, мне кажется, не очень удобными на самом-то деле. В этот раз что вообще очень быстро все прошло. Легкие $300. Дружище, дай мне проехать. Не мешайся. Да, в этот раз все прошло намного проще. Возможно, где-то в порту я все-таки не доглядел этого места устройства на работу, но... Не знаю, еще съездим туда как-нибудь, а пока будем ждать 8 минут. Все, отправляемся мы уже на третий наш рейс за машинами для утилизации. Очень много здесь, конечно, людей. Прям столпотворение. Осторожней, брат. Так, нам нужно с этой стороны подъехать все равно, поэтому скажем ему спасибо за то, что он нас развернул немного. Было бы интереснее, чтобы можно было вот с этим еще поуправляться, то есть с подъемом. А так ты просто подъезжаешь на чекпоинт и... На этом все заканчивается. В принципе, я не критикую. Все сделано реально классно. Но можно было и еще что-нибудь добавить. Ну ладно. Это я высказываю чисто свои мысли. У вас могут быть другие. Ладно, подъехали мы уже к прессу. Встаем за пульт управления. И сейчас опять нужно будет кликать на эти две кнопочки. N great. N excellent. N awesome. Y amazing. Y great. Y amazing. N great. N amazing. N great. N awesome. Y amazing. Y amazing. N amazing. Y great. И Y ничего. За последнее нас не поблагодарили. Садимся в погрузчик. Берем кубик. И отправляемся на железнодорожную платформу. Да, поезда здесь реально не хватает. Прям создавал бы атмосферу. Куда ты прешь, парень? Осторожнее. Хотя он торопится, правильно делает. Это я как-то все по своему почному, потихонечку. Все-таки надо деньги зарабатывать. К слову, после этого, после этой поездки у меня уже будет 3000. Это, мне кажется, здесь весьма недурные деньги. Хватит мне теперь только на... хватит мне только на еще одну поездочку, но я ее сделаю уже за кадром, чтобы не затягивать эту серию. Спасибо, что вы ее посмотрели. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал Мистер Кей. Удачных вам игр, ребята!